5 августа 2023 года, около 9 часов 40 минут, на 801 километре под Урал-М5. По предварительной информации, водитель автомашины ВАЗ-2110 при совершении маневра обгона совершил столкновение с движущимся в встречном направлении автомашиной «Газель». В результате дорожно-транспортное происшествие пассажир автомашины ВАЗ-2110 скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой медицинской помощи. По данному происшествию проводится проверка.